ты пойдешь на дом, блин? Конечно. В 12 я думал, могу медаль вытащить. В 12-м, когда вы знали, что Артем приехал, там мы будем все рады сказать, что все радовались. Потому что мы боялись, что так было. Забрали, да? Азамат вам понес. Кусенок. Да-да, нет. Он был узбек, когда он в Азии, он выигрывал. Он был. Не знаю, я помню, что мы ему не возили такими, да? Ну, хороший был. Чего затаранил за него, да? Он поранил? Не смог, да? Там тоже его очень второй, да? А нам же это Таласки хочет. Ну, кто Таласки? Ну, они как бы это... Ты ближе за всем, ближе. Смотрите, да, я свой характер его проявить, конечно, до конца. Ну, сам характер вот чуть-чуть ставил туда. И что ударил, и что ударил тоже, блин, сами. Поэтому... Как говорится, она форсированная недавно. Да, уже так. Не знаю, потому что он некрасивый сам. Как это должно быть конечно? Конечно. Кому он обидел? Сам на себя обидел. Все, да, сам на себя обидел. Потом он жилет все просто. А, конечно. Да, зал знаете, сколько лет прошел? Уже на гайра пришла луну? Уже на гайра, да? Уже. Прошу, я вижу, что я говорю, Азамат, пожалуйста. Нет, тяги. Черный, кровотышка. Еще липучка хорошая была здесь. Да. Все пушка был. Тоже не хватило ее. Где-то подрезали там. Все лучше хороший был. А помнишь, у него Андрик был? Как же его сейчас? Дикча? Сейчас побуду. Добавим. Орел. Брал? Ну, из них не понял, по-моему, еще подумал. Назад-то весит. 96. Давай, бороться. У него никого. Сейчас вспомню. Курал был как? Курал 84 боролся, Кенджио проигрывал. Курал, блин, да, такой. Да. Курал, блин, не хочешь, это. Азота всегда брали. Ну, Курал тоже, знаете. Шанса просто не дали. Если бы дали, может, у него... Не, 84 он Дионара никогда не выйдет. Дионара даже в Америке работал. Но приехал, выиграл его. А потом он 1-6 перешел. Ну, а такого не было. Характера там до конца не было. Это здоровье. Не, ну, просто шанс я готов отдать. Толком не выезжал он туда. Блин. А так он, может быть, прочувствовал. Да, алло. Как сам? Выглядит нижний день, или может, о том ковырял?